Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Avatar Family, и сегодня долгожданное событие для нашей семьи. Сегодня у Ксюшеньки выпускной из начальных классов, ну то есть из 4-го, то есть в следующем году она пойдет уже в 5-й, в старшую школу. Ну а у Алисоньки из садика, то есть в следующем году она уже пойдет в 1-й класс. Сегодня будет очень интересное видео, поэтому не забывайте подписываться, ставить лайки, писать свои комментарии. Ну а я буду начинать. Всем желаю приятного просмотра! Как только наступило утро, я уже стояла на кухне и готовила завтрак для девочек. Сегодня у них будут вот такие вот макарошки и лимонный сок. Потом я поставила завтрак на стол и сама пошла будить девочек. Сначала я разбудила Ксюшеньку. Когда она проснулась, она очень обрадовалась, потому что сегодня самый долгожданный день. Да, она его ждала очень долго. И пошла чистить зубы и умываться. Сначала она выдавила пасту, потом начала чистить зубы. Ну и заодно решила искупаться, чтобы быть сегодня красивой. Потом она вышла из ванны, вытерла лицо полотенцем и пошла кушать. Ну а я тем временем пошла будить Алису. Вот она уже и встала. Такой вот сладкий пирожочек. Да, она тоже была очень рада, потому что она тоже очень долго ждала этот день. Ну и мы пошли чистить зубки. Да, она уже их тоже чистит сама. Но я решила ее еще искупать, чтобы она тоже сегодня была чистенькая и красивенькая. Потом мы вытерлись и поехали на первый этаж кушать. Ксюша вот ест сама, а вот Алису я еще немножечко кормила. Хотя ей уже 5, но все равно. А потом девочки выпили свой лимонный сок. И мы пошли собираться, одеваться, делать прическу. Вот, кстати, их наряды. У Алисы голубое платье, а у Ксюши вот такое белое. Сначала я переодела Алису и даже сделала ей прическу. Сегодня у нее будет другая, вот такие вот два хвостика. Вот и все, принцесса готова. Ну и мы вместе с ней пошли собирать Ксюшу. Сначала мы ее накрасили, у нее будут вот такие вот розовые тени и розовая помада. И начали делать прическу. Просто распустили и немного подкрутили волосы, вот так вот. А потом Ксюша одела свое красивое белое платье. Только посмотрите, какая же она в нем красивая. Кстати, мы еще подобрали босоножки. Ну вот уже и все, мы все уже готовы. Потом я проводила Ксюшу в школу. И думала, какая же она уже большая. А Джонатан проводил Алису в садик. В школе у детей был последний урок. Ну, вернее, один урок. Классный час. Все были очень рады, что наконец-то заканчивают 4-й класс. Но вот было немножечко грустно, что прощаются с учителем. Ну, а в садике дети просто играли и дали воспитателю немного отдохнуть. Потом учитель поздравила детей с окончанием 4 класса, вернее, с окончанием начальной школы. Мы немножечко пофоткались, потом все друг с другом общались. Было очень весело. Ну а потом друг Ксюша подарил ему такое красивое фиолетовое колечко. Только посмотрите, какое оно красивое. Мне очень понравилось. Он настоящий джентльмен. И потом дети пошли кушать. Им заказали пиццу, напитки. Короче, мороженое и много всего вкусненького. Вот за этим столиком сидела Ксюша с ее друзьями, а за другим столиком просто ее одноклассники. Ну а потом мы пошли на выпускной в садике. Тут тоже всех деток поздравили с окончанием садика. Они попрощались с воспитателем. Воспитатель также раздала им сладкие подарочки. Там очень много было конфеток, которые Алиса, кстати, уже съела. Вот так вот. Ну и потом тоже дети пофоткались, сначала с воспитателем, а потом и с родителями. Ну и тоже пошли кушать пиццу, пить сок и кушать мороженки. Вы только посмотрите, сколько им много всего заказали. Ну а потом, после выпускного, мы решили пойти в парк тоже покушать мороженого. Ну что, дорогие друзья, вот такое вот видео у меня получилось. Я надеюсь, что оно вам очень понравилось. Вы обязательно можете поздравить девочек с выпускным в комментариях. Также напишите, пожалуйста, как прошел ваш выпускной. Мне будет очень интересно почитать. Всех люблю. Всем пока-пока. Не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии. Всех люблю. Всем пока-пока. Встретимся в новом видео на канале Avatar Family. Люблю вас.